Государственную награду «Золотая звезда» и звание «Героя России» посмертно присвоили бойцу СВО Александру Васильеву. Указом президента страны от 27 июля 2024 года. В правительстве региона губернатор Игорь Кобзев вручил награду дочери погибшего. Всю жизнь Александр посвятил военному делу. С 2016 года работал воспитателем Иркутского кадетского корпуса. А в 2022 его по контракту призвали на службу в зону спецоперации. Наступая на Авдеевском направлении, Александр Васильев возглавил группу по взятию подступов к городу, обеспечив продвижение подразделений. Именно его группа внесла большой вклад по выполнению задания. Боец погиб 21 октября 2023 года, а похоронили мужчину на родине в Чите в апреле 2024. До этого он также был награжден медалью Суворова и медалью за боевые отличия. Несмотря на огромное горе, которая нас окружает, мы, естественно, гордимся в первую очередь своим отцом, сыном. И, конечно, для нас он всегда будет героем. И неважно, есть награда, нет награда, в первую очередь он герой для своей семьи, для своих близких и для всех, кого он знал. То, что сегодня я говорил родным и близким Александра Васильева, позывной «Ангара», это говорит о том, что он отдал себя за жизнь своих товарищей, за жизнь своих родных и близких. Он сделал свой поступок, совершил не ради какого-то там минутного. Он это сделал сознательно. Он всю жизнь шел к нему, и когда ему, наверное, поставили задачу сделать так, чтобы следующее подразделение прошли, он уже, наверное, подсознательно понимал, что это может быть и последний бой. Но он его принял как мужественный человек, как герой.